Сейчас в тренде мем «Альтушка на госуслугах». Я классический русский скуф и проверю, насколько просто на сайте госуслуги получить альтушку. Вот я захожу на сайт госуслуги и ищу функцию «Получить альтушку». Честно говоря, я задолбался искать, потому что я быстрее нашел функцию «Получить субсидию на ЖКХ». Ее я часа два искал, альтушку я и того дольше искал. Ну вот, тут появилась кнопка «Получить альтушку». Нажимаю ее. Читаю в причинах отказа недостаточно яркий цвет клавиатуры и мыши и отсутствие места для получения альтушки. Место есть. Клавиатура и мышь, вот смотрите, красного цвета, довольно яркая. Время получения альтушки 10 календарных дней. А что, мне так сидеть, что ли? Ну вот сижу, жду. Не прошло и суток, и я получил альтушку. Просит оценить качество альтушки. Пишите в комментариях, удалось ли вам получить альтушку на госуслугах и оцените качество полученной мной альтушки. Пользуйтесь сайтом госуслуги для получения альтушки.